Я однажды лежал на спине, то есть лицом вверх, и храпел по утверждению моей жены, как маленький фейерверк. Тогда явились, пришли ко мне Арцхенк и Кейсферкерк. Передо мной, как лист перед травой, Арцхенк и Кейсферкерк. Они сказали: «Привет, братан! А может быть, старина, ты храпишь во сне, это факт, но то не твоя вина. Давай теперь повернись на бочок, скинь с плеч своих лишний груз, а мы давай сыграем тебе свой конькобежный блюз». И взял Арцхенк в руки трубу, а Гейсферкерк тромбон, и на рояле им подыграл Майер, Штоффред, Антон. Запели они по-голландски про море, где плывет голубой нарвал, а Федор Антонович Майер по-норвежски им подпевал. Я смотрел Олимпийские игры в 68-м году, по Yellow телевизору «Старт 3» в 68-м году. И вы что слушаете в этот момент данную лабуду? Большинство из вас еще не было в 68-м, но это не о вас в году. А они все играли мне свой блюз, лап-тап-тип-ту-ту, играли лап-тап-тип-ту-ту. Я смотрел Олимпийские игры в 68-м году, но ничего не помню оттуда, только сущую ерунду. Только их имена, которые как музыка, как тромбон или как мечта, Бабель, Мандебский пролив, да Вечельева пустота, они засели в моем мозгу и не выйдут уже никогда. Засели в моем мозгу, лап-тап-тип туда. Ни событий, ни лиц, ни дат не держит моя голова, только имена, названия, слова, слова, слова. И слова эти дуют и дуют свою дугу, роют норы, в земле прорастают, бегут по льду. И вот уже Арцхенк строит дом себе в стиле фахверка. Фейерверк там какой-то строит дом себе в стиле фахверка. Что касается Майера, того самого, который Фред, то он наклоняется и бормочет какой-то бред. Хоть ты, сынок, не умеешь стоять на коньках ни черта, и в голове у тебя Торричеллиева пустота. И вообще это не совсем голова, а скорее ночной горшок. Но когда ты проснешься, напиши стишок о словах, то есть о нас стишок. Ла-ла-ла-ла-ли-ду-да, та-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